Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это краткий ролик новостей касаемо игры War of the Worlds «Война миров». В этом ролике я бы хотел прокомментировать слова Рафа, разработчика игры, на главные комментарии под последним роликом, которые, кстати, были и под нашим роликом с разбором и обзором геймплея. Итак, начнем. Здесь я хотел бы ответить на несколько повторяющихся комментариев к нашему последнему видео. Видео предназначено для ознакомления с разработкой, не в качестве трейлера, геймплея или маркетинга публичного релиза. Все наши видео предназначены для интерпретации, как обновления разработки, показывающие, над чем мы работали и что улучшили. Многие комментарии критикуют определенные аспекты игры, такие как графика, падение производительности, что я, конечно, заметил, но не столь было все прям плохо, критично. Отсутствие или незавершенность некоторых элементов игрового процесса и так далее. Вот как выглядит пре-альфа, особенно из инди-игры. Но я стараюсь делать все по-другому и показываю свой прогресс в общедоступных видеороликах с первого дня этого проекта. Мы стараемся быть прозрачными, показывая реальный игровой процесс, чтобы люди могли понять, на каком этапе мы находимся. Итак, постоянные вопросы и самые интересные. Были ли заменены триподы 2005 года? Нет. Как видно из видео, вы можете играть как с триподами 2005 года, так и с новыми штативами, которые мы добавили, решать игрокам. Почему были заменены звуки? Звуки не были заменены. Штативы 2005 года по-прежнему имеют свои оригинальные звуки, а новый штатив, который мы добавили, имеет свои собственные звуки. Была ли смена штатива причиной нарушения авторских прав? Нет, с момента начала проекта не было никаких проблем с авторскими правами. «Война миров» является общественным достоянием, а это означает, что каждый может адаптировать ее. Мы изготовили новые треножники самостоятельно, чтобы не использовать конструкции триподов для кино таким образом, который может быть расценен как нарушение авторских прав. Штативы 2005 года — бесплатное дополнение к игре, а новый дизайн — это новый трипод по умолчанию. Следующий вопрос, который мне непонятен. Эта игра скучная, все, что нужно делать, это бежать и прятаться. Раф прокомментировал так. Есть много того, что мы еще не показали или еще не готовы показать. Есть враждебные NPC, зонды, инопланетяне, которые могут искать внутри зданий, внутри которых вы прячетесь, NPC, с которыми вы можете объединиться, многопользовательский режим, режим истребления, где вы можете играть за захватчиков. Мы запланировали еще кое-что, чтобы придать игре больше глубины и возможности повторного прохождения. Всегда ли штативы знают, где вы находитесь? Нет, они относятся к вам как к любому другому NPC. Они странствуют и ищут самостоятельно, не ограничиваясь определенными тропами. Ну что ж, палец вверх, подписка на канал. Следим за развитием проекта «Война миров».